Летающий на ракете Дед Мороз и океанариум площадью 50 тысяч квадратных метров. С чудесами российской столицы познакомилась семья металлургов из Первоуральска. Поездку в Москву для Шамиловых организовал правком ПНТЗ. А чем закончилось это путешествие, расскажем далее в сюжете. Ура! Ура! Фотокамеру глава семьи не выпускает из рук. Десятки фото и видео – это то, что осталось на память от поездки в Москву. В путешествие Шамиловы отправились сразу после Нового года. За несколько дней побывали во всех знаковых местах столицы. Данная поездка, данный подарок от профсоюзного комитета нашего предприятия – это подарок, в первую очередь, не для меня, не для моей супруги, а для детей. Потому что детям увидеть новогоднюю Москву, побывать на кремлевской елке – это впечатление на всю оставшуюся жизнь. Мы успели посмотреть, побывать и в Москвариуме, побывать в музее космоса и авиации, посетили Московский зоопарк, прогулялись по Красной площади. Он – ведущий инженер-технолог, она – менеджер по закупке. Альберт и Екатерина – оба новотрубники. На заводе началась их совместная история, которая сначала обернулась свадьбой, а потом рождением троих детей. В профсоюзном комитете ПНТЗ решили, что лучших кандидатов для участия во всероссийском конкурсе «Семья металлургов» не найти. Много лет профсоюз организовывает конкурс «Семья металлургов». Мы сначала проводим заводской конкурс, где выбираем лучшую семью, которая представляет нас уже на России. Мы знаем, что они лучшие, потому что наш завод и те люди, которых мы отправляем, они настолько уникальные, оригинальные, креативные. 15 семей металлургов съехались в Москву из разных регионов. Самые активные, спортивные и творческие. Они представляли Красноярский край, Амурскую, Липецкую, Оренбургскую и другие области. Помимо экскурсий по столице, для семей организовали соревнования и конкурсы, что еще больше сплотило взрослых и детей. У нас был такой круглый стол, и мы рассказывали, у кого какие традиции, да, вот. Интересно было послушать, в каждой семье по-разному все, да. Вот, ну, вот что вечерами собираться, больше, конечно, внимания уделять детям, слушать их, что у них произошло в течение дня, что хорошего, что плохого, делиться впечатлениями, обсуждать. Рассказать об увиденном пока еще не может самая младшая, Алиса. Ей всего один год, а вот старший сын полон впечатлений от крупнейшего в Европе океанариума, в котором обитают сотни видов рыб и морских животных. Я увидел самую настоящую касатку. Я видел дельфинов, которые готовились к шоу. И видел самых настоящих акул. Люблю зоологию, люблю рыб, животных. Я изучаю мир. Гала-концерт и рождественский ужин для семей металлургов – это под занавес конкурса. Медали, кубки и подарки на память о путешествии в Москву. Таисия Пономарева и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.